Так, всем привет, мои дорогие, рада вас всех приветствовать. Привет, приветик. Всем привет. Так, всем привет, всех жду. Привет, Телеграм, привет, Инстаграм. Параллельно проходит на двух площадках. Надеюсь, будет у нас перезапись на моем YouTube-канале. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на YouTube, на Телеграм, на Инстаграм. Везде подписывайтесь. Надеюсь, что меня хорошо видно, хорошо меня слышно. Так, Инстаграм, дайте, пожалуйста, обратную связь. И Телеграм также дайте, пожалуйста, обратную связь. Хорошо ли видно, слышно меня? Всем привет, мои дорогие. Так, давайте немножко подождем. У нас сегодня с вами по расписанию обучение. Мы с вами встречаемся теперь намного чаще. Лето закончилось, я уже рассказывала. Да, те, кто не видел, посмотрите прямые эфиры предыдущие записи. И вообще много делюсь о своей жизни, рассказываю. О своих эмоциях, впечатлениях, о своих мыслях. Я вижу, что вам это отвлекается. Очень много получаю обратной связи. Спасибо вам большое. Жду, пока все выйдут. Сегодня мы с вами будем обсуждать тему. Это влажные текстуры. Цветовые влажные текстуры, которые есть в Марике. Да? Вот как раз таки сегодня мы про них поговорим. Очень часто вы меня спрашиваете, я уже как-то записывала видео, мы тоже обсуждали, я рассказывала, но это было там нанесение, ответы на ваши вопросы. Сейчас мы более глубоко будем это обсуждать, я вам расскажу более подробно про каждое средство, чтобы вы могли уже подбирать грамотно все эти текстуры, чтобы вы могли грамотно уже в работе со своими клиентами грамотно объяснять и показывать, какие именно продукты, для чего они вообще нужны и почему именно этими продуктами нужно для этой клиентки использовать, да? Так, пока вы ходите, сейчас, секундочку, хочу здесь немножко записала для себя информацию, чтобы не забыть. Сейчас в компьютере найду. Каждый месяц теперь мы будем с вами обучаться по расписанию в моем телеграме. Заходите в телеграм, там есть расписание в закрепленных. И отмечайте себе, какой день вам интересно. В следующий раз мы будем встречаться 16 числа. 16 числа будет проходить тоже прямой эфир, бесплатная консультация от визажиста-стилиста международного класса. То есть я провожу трансляции такие, тоже в Телеграме и в Инстаграме параллельно идут. Телеграм иногда выбивает, вот, но мы все равно все вместе, будет хорошая перезапись и на Ютубе, и также будет здесь из Инстаграма. Так, что еще хотела сказать. 15 числа, это воскресенье, мы разместим пост, я и моя команда, да, и вы сможете написать как раз-таки обратную связь, задать свои вопросы, то есть пишите, пожалуйста, вопросы, что вам интересно, я буду бесплатно консультировать. Ольга написала: благодарю, спасибо, мне очень приятно, что вам нравится наше общение. Я что хотела сказать, сегодня начался в России семинар, мне уже столько всяких видео понаприсылали, я еще все это не видела, там больше сотен видео, еще только первый день семинара, насколько я знаю. Мою маму там все останавливают, она мне говорит: слушай, ну это вообще, она просто не ожидала, она привыкла, что все знают, что она мама Лизы Щербаковой, да, или вы мама Елизаветы Щербаковой, но очень много видео она мне присылает, девушки закрытого клуба, кто сейчас на семинаре «Марике Россия», тоже вместе должны встретиться, да, сегодня пятница, 13-е, вот, поэтому, дорогие мои, все, кто не на семинаре сейчас здесь, а все, кто на семинаре будут смотреть записи, я надеюсь, что у вас классно проходит время. Поздравляю вас с этим прекраснейшим событием, потому что я знаю, что для консультантов Марике, для истинных консультантов Марике, это такой вот важный праздник. Так, ну что, давайте сейчас, кто еще присоединяется, выходите. Значит, опять Телеграм выбивает, он периодически по ходу будет так делать. Я уже не обращаю на него внимания, если честно, потому что, слава богу, мои ребята в закрытом клубе, это уже, этот вопрос уже был решен. Здесь вот сейчас написали то, что в Беларуси было 10 лет.
А, 10 лет как моряки в Беларуси. Отлично, супер. То есть у вас был уже семинар, да? Из Беларуси ко мне приходят на курсы, но они больше вперемешку с Россией. То есть отдельно группы очень редко бывают. А, праздничная пятница. А, сегодня же еще какой-то день, да? То есть сколько-то лет моряки там в России, сколько-то лет в Америке. Напишите, пожалуйста, мне. Официально 10 лет. Отлично, поздравляю. Поздравляю всех с замечательными праздниками морякей. Так, ну что, давайте приступим к нашей теме. Мы сегодня будем обсуждать с вами влажные текстуры, которые есть в морякей всего мира. Я буду рассказывать подробно про каждое и как, с каким средством можно использовать, да, и как можно применять. Мы с вами... Так, сейчас, секунду, я не понимаю, у меня что-то компьютер и телеграм от нашей с вами энергии зашкаливает, походу. Сейчас, секунду. Включила его на запись, которую поставила. Так, что там в чате пишут уже? Опять что-то не видно, не слышно, но телеграм, он такой туповатый, честно. Меня раздражает иногда его этот прямой эфир. Вот ты ведешь, 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 он берет, выключается. Что это такое вообще? Скажите мне, пожалуйста. А, с 93-го года по 24-й, 31 год в России. Вау! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Прикольно. Так, совсем не слышно, ничего не слышно. Привет, Лиза, какая ты красивая. Вау, спасибо большое. Ну, блин, я не знаю, давайте тогда из Телеграма я выйду, только в Инстаграм проведу. Я не знаю, что делать. Кто меня еще не слышит? Тут очень странно ведет себя Телеграм. Он иногда хорошо работает, иногда плохо. Я включила микрофон для Инстаграма, чтобы качество было лучше. Но я могу сейчас переключиться и сюда. Оно, может быть, ну, тоже будет лучше слышно. Ну, не знаю. Я уже просто на двух площадках вести. Все слышно теперь отлично. Ну, вот видите, вы пожаловались. И Телеграм испугался. Так, значит, давайте сейчас открываем, что я хотела. По поводу влажных текстур. Самые частые вопросы, которые вы мне задаете, постоянно про них спрашиваете. Там, Елизавета, вот почему это такое средство, а это такое средство, а это вот такое средство, а это вот такое средство, а это вот такое средство. И они все разные. Сейчас моряки Россия, конечно, поменялось, да, но уже более-менее люди стали привыкать, кто-то еще не привыкает, кто-то уже привык, кто-то все еще живет старыми временами, вспоминает, какой прекрасный был таймвайс 3D в морякей, а вот этот нехороший и как-то золотой середины я не встречаю. Давайте теперь мы разберем каждое средство, то есть у нас есть тональная основа таймвайс 3D. Это вот это, да, средство. В моряке России его нету, я знаю. Для новичков, которые мне пишут, то очень часто говорят, зачем вы показываете, этого уже нету. Я показываю для всех консультантов, с которыми я работаю. Ну, то есть это более 13 стран, женщины из этих стран как минимум приходят на мои обучения сотнями каждую неделю, понимаете, да? То есть не только для моряке России. Если я россиянка, конечно, да, у меня очень много из России консультантов, которые приходят на мои обучения, заказывают мои там Zoom обучение, онлайн обучение группами, потоками, да, но я показываю для всех, поэтому сейчас мы с вами разберем абсолютно все. Смотрите, значит, по поводу TimeWise 3D. Это потрясающие, конечно же, текстуры, самые наши любимые. И здесь тональная основа TimeWise 3D разработана для борьбы с видимыми признаками старения. То есть, если есть старение, если у нас кожа уже такая не очень сильно молодая и красивая, это тонально очень хорошо помогает и обеспечивает ровное покрытие, питает, защищает кожу благодаря технологии Age Minimize 3D. То есть здесь специальная технология. Те, кто не знали, я всегда вам говорю, что все тональные основы, они кожу питают, они придают коже питание, они очень классно, очень круто придают лифтинг, придают подтяжку, они замечательно, просто потрясающе дают сияние или матовый эффект, поэтому мы чуть позже поговорим. И что мне очень нравится, что у них очень экономный расход. То есть это питательные текстуры, которые чаще всего летом не используются. Это больше для зимы, для осени как раз-таки сейчас. То есть это идет такое питание, да?
Значит, три основных компонента – это антиоксиданты, пептиды и НК-капсулированный ресвератрол. Это все содержится вот в этих Timewise 3D. Я себе записала, подготовилась к нашему эфиру сегодня. Основа доступна в двух вариантах. Она есть матирующая и сияющая. Вы это тоже знаете, да, то есть… Это у меня сейчас сияющая, то есть с розовым, да, есть еще с фиолетовым, к сожалению, у меня сейчас нету ее в руках. А с фиолетовым это матирующая. Значит, матирующая основа, она разработана для жирной комбинированной кожи, снижает блеск, контролирует выработку себума и визуально минимизирует поры. А некоторые жалуются, говорят, что когда я наношу ее, у меня сразу начинают видны поры. У вас неграмотный уход за кожей. Каждый продукт ложится по своему назначению. Вот как вот он описан, так вы и такой результат вы его получаете. Но если у вас неграмотный уход за кожей, и вы, например, у вас есть матирующий тональный, вы его наносите на жирную комбинированную кожу, у вас видны поры, значит, ваша кожа не в грамотном уходе, понимаете? То есть нужно за кожей ухаживать по-другому. Вам нужно пересмотреть свой уход. Возможно, еще бывают там менопаузы, критические дни, беременность, гормональный сбой. Это тоже играет, потому что это уходовый декор. Сияющая тональная основа рекомендована для нормальной жирной кожи, содержит светоотражающие пигменты для придания коже сияния. То есть здесь очень важный такой момент. Я вам всегда говорю, когда мы совмещаем два продукта, берем матирующую такую и сияющую. Если кожа жирная, комбинированная, как базу, как основу перекрыли все лицо в тон кожи определяем по цвету шеи, а второй оттенок можно взять темный, но сияющий и нанести на зону затемнения. То есть это будет легкое сияние. Также я всегда, например, да, также я предлагаю использовать светлый оттенок, например, C110 или там 100. Я 110 очень люблю, мы наносим на зону под глаза, для того, чтобы придать больше сияния, больше лифтинга. У меня очень много всяких рилсов, посмотрите, я рассказывала про эти нанесения во многих прямых эфирах, так что здесь можете с этим уже ознакомиться и посмотреть. Дальше, научные доказательства, мнение экспертов. Пептиды в составе стимулируют выработку коллагена, что помогает сохранить упругость кожи и уменьшить морщины, понимаете? То есть вот важный момент, когда я всегда говорю, вы используете тональность с терапевтическим эффектом, вот в этом заключается терапевтический эффект. Ваша кожа с лифтингом, с подтяжкой при регулярном использовании, то есть это продукт направленного действия, просто цветовой. То есть это не обычный грим, маска, тоналку, которую вы намазали вот так, да, там растушевали и все. Это вы еще улучшаете состояние своей кожи. То есть вот этот Timewise, он прям вау, крутой, классный. А дальше, ресвератрол обладает сильными антиоксидантами, сильным антиоксидантным действием, защищает кожу от свободных радикалов, замедляя процесс старения и способствуя регенерации клеток. Ну, про что опять я говорю, благодаря моим техникам и составам этого продукта текстура вашей кожи будет улучшаться. Исследования подтверждают, что антивозрастные ингредиенты значительно улучшают состояние кожи при регулярном использовании. Ну, про что мы уже с вами только что сказали. Еще по поводу, значит, сияющих тональных основ, именно с розовым, да, создает сияние, увлажняет финиш и рекомендован для нормальной сухой кожи. Мы про это уже сказали. То есть, если прям сильно сушится кожа, особенно возрастная, это тонально хороший. Содержит светоотражающие микрочастички, которые выравнивают тон кожи и придают ей здоровое сияние. Это не говорит о том, что только для сухой нормальной. Можно для жирной комбинированной как базу, как основу наносить. Но опять же, нужно знать плотность нанесения, контрастность, да, какую вы будете использовать именно вот для своей кожи. То есть нужно понимать, для какой кожи мы наносим, какую плотность, какую контрастность, то есть какую тушевку мы будем использовать. Далее, матирующая тональная основа обеспечивает матовый финиш. Разработана для жирной комбинированной кожи, содержит абсорбирующие микрочастицы, которые помогают контролировать блеск и сокращать видимость пор. И также придает лифтинг эффект больше, потому что она стягивает. Я вам всегда говорю, если кожа возрастная, вот эти вот брыли висят, вот такое вот лицо неровное, переходящее в шею, хотите больше лифтинга, возьмите более темный оттенок, то есть как базу, как основу в тон нанести, даже если это возрастная вот такая кожа, да, про которую сейчас сказала, и это еще возрастная, вы берете, перекрываете все лицо сияющим, то есть это больше сияющим, морщины более гладкие, светоотражающие частички работают, а матирующий темный на зону затемнения, хоп, за счет техники у вас лифт
лифтинг и подтяжечка. Понимаете, да, про что я говорю? То есть здесь как бы нужно уметь комбинировать. И этому я обучаю в закрытом клубе. После одного месяца обучения у вас уже будет результат. Сейчас идет регистрация в закрытый клуб. Вы можете присоединиться. Для регистрации в закрытый клуб нужно написать нам в WhatsApp +7 987 322 5855. Хочу в закрытый клуб. Закрытый клуб — это очень популярный проект. Ему уже 4 года, 10 августа исполнилось. Поэтому присоединяйтесь в закрытый клуб. Пишите нам в WhatsApp +7 987 322 5855. Хочу в закрытый клуб. За один месяц вы научитесь определять текстуры, составы, нанесения. Анонс на сентябрь есть. Также цены. Есть две категории: до 10 октября до 10 декабря уникальнейшая спеццена. Первый раз за этот год цена практически 50%, то есть это стоило около 20 тысяч рублей, 200 евро. Сейчас это стоит около 100 с чем-то евро, около 10 тысяч. И также можно на месяц за 16 евро, да, за 1600 рублей всего лишь вы приходите на целый месяц в закрытый клуб. Можете потом, конечно, продлить, можете уйти. Но также вы можете получить еще сертификат, если выполните задание за целый квартал. То есть приходите поскорее, выполняйте задание, за квартал получите свой сертификат на русском или английском. Значит, смотрите, что еще хочу добавить. Научные доказательства, мнение экспертов. Клинические исследования показали, что эти основы могут уменьшить видимость пор на 30% после нескольких недель использования. Дальше. Антиоксиданты, включенные в состав, помогают защитить кожу от негативного воздействия окружающей среды, предотвращая фотостарение и воспалительные процессы. То есть эти тональные, они прям идеально, красиво, шикарно ложатся, они восстанавливают кожу, да, и в то же время дают прекраснейший лифтинг-эффект. Вот, поэтому я всем советую их использовать, если они есть в каталоге вашей страны. Если их нету, то мы будем сейчас говорить о других продуктах. Телеграм, как обычно, выбивает, непонятно почему, но мы с вами будем смотреть перезапись в более лучшем качестве. Телеграм, если меня хорошо видно и слышно, поднимите руки вверх. Инстаграм тоже, пожалуйста, обратную связь. Пора подарить себе клуб. Да, закрытый клуб — это уникальнейший проект. Любая женщина, новичок, любитель, профессионал, клиент может присоединиться. Спеццена действует до 16 сентября. Не ждите потом, делайте сейчас. Пишите нам в WhatsApp +7 987 322 5855. Хочу в закрытый клуб. Есть две категории, и как раз таки сегодня, точнее вот до 16 числа, первый раз за этот год действует спеццена на членство до 10 декабря. То есть это VIP членство, там куча подарков, преимуществ. То есть вы как бы заплатили, и вы все мои авторские курсы или в подарок получаете, или по спеццене, и там много всяких еще плюшек. Поэтому те, кто со мной давно, они в закрытом клубе уже много лет. То есть они платят там за год, и все, они больше ничего не платят и получают много подарков. Спасибо за обратную связь. Значит, мы про это с вами проговорили. Что еще хочу сказать, что пептиды и гиалуроновая кислота, еще есть гиалуроновая кислота, да, в составе доказали свою эффективность в многочисленных дерматологических исследованиях. Пептиды улучшают плотность и структуру кожи, и гиалуроновая кислота помогает сохранить влагу, что критично для зрелой кожи. Исследования показали, что кожа становится более упругой и гладкой после 4 недель использования. Так, это мы с вами уже все сказали, да, я прошу прощения, хотела немножко другое. Это не то. Это я сейчас про там Вайс 5Х прочитала. Ладно, в общем, мы с вами все это обсудили по поводу Таймвайза, да. Значит, вот эти средства потрясающие, классные. И здесь нужно быть, просто очень гениальной женщиной, если вы будете использовать этот продукт. То есть для каждой женщины важно использовать тональный, который улучшает текстуру кожи. А именно такое качество есть только в косметике люкс и премиум класса. То есть другие, в основном, если это middle класс, если это класс как professional или это класс как middle и mass market, это просто ложится как грим, как маска. А вот именно professional, космоцевтика, это вообще абсолютно другое. То есть здесь вы прям получаете шикарнейший результат. Вы видите, как кожа подтягивается за счет именно текстуры. И стоит она достаточно доступна для такого качества, потому что в люкс и в премиум классе такие
бренды, они, такие продукты у этих брендов, они достаточно дорогие, то есть они дороже, ну, порядка в два раза, если брать из каталога любой страны. Значит, дальше мы берем TimeWise 5X. TimeWise 5X, про него тоже очень часто вы меня спрашиваете. Я уже говорила, что разные отзывы есть про него. И хорошие, и плохие, золотой середины почему-то нет. Уже не то, что сотни, тысячи отзывов я про него получила. Все, кто придут на мое новое обучение, на новые проекты, которые будут совсем скоро этой осенью, я буду рассказывать про новые продукты, которые есть как раз-таки в Марике России. И с ними мы записали два моих новых курса. И вот там, конечно, вы научитесь профессионально наносить все эти техники и так далее, но об этом я чуть позже скажу. Значит, тональная основа TimeWise 5X, значит, это новейшая разработка Marie Kay, обеспечивающая максимальный антивозрастной эффект и превосходное покрытие. Формула содержит уникальный пептидный комплекс, который работает на клеточном уровне для стимуляции синтеза коллагена и эластана. Основные ингредиенты включают гиалуроновую кислоту для глубокого увлажнения и питания кожи, также витамин С для улучшения текстуры и осветления кожи. То есть с помощью этого тонального можно высветлить кожу. У кого есть пигментация, как раз таки этот именно крем, он просто цветовой, помогает убрать пигментацию. И здесь вот есть гиалуронка, то есть это как раз таки увлажняет кожу, но этот крем, он питательный. То есть по своему составу это максимальное питание. Этим кремом нужно пользоваться всем. Сейчас уже, как и говорила, как визажист-стилист международного класса, независимый эксперт, подтверждаю. Этот продукт намного круче, чем вот этот. Это космоцевтика level, то есть намного выше класса, чем вот это. Да, это классный продукт, про него я только что вам рассказала, но это просто какой-то космический, нереальный, сумасшедший, крутой продукт. Если вы не умеете им пользоваться, срочно приходите в закрытый клуб, или вы не понимаете, или у вас там видны морщины, поры там и так далее. И можно и летом, и зимой всегда пользоваться, наносить его по-разному. Главное знать плотность, контрастность и степень растушевки. Об этом я рассказываю в закрытом клубе. Научные доказательства, про что я нечаянно прочитала, да, и мнение экспертов. Пептиды, гиалуроновая кислота в составе доказали свою эффективность в многочисленных дерматологических исследованиях. Пептиды улучшают плотность и структуру кожи, а гиалуроновая кислота помогает сохранить влагу, что критично для зрелой кожи. Исследования показали, что кожа становится более упругой и гладкой уже после 4 недель использования. Вот ко мне на индивидуальный VIP приходят и участницы закрытого клуба, но те, кто давно, они уже просто этого не замечают. Когда вот, например, женщина даже пользовалась масс-маркет, middle-market, и тут она купила себе вот этот TimeWise 5X. И она видит, какая у нее гладкая кожа. Она в восторге. У нее идеально ровный тон. И она говорит, слушай, неужели это от... Ну, то есть без макияжа. Неужели это от декора? Некоторые этого не понимают, потому что они привыкли, что декор, он только забивает поры. Нет, это волшебный продукт, который как раз-таки улучшает состояние кожи и дает эффект вот такого лифтинга, подтяжки и улучшения состояния кожи. Дальше это CC-крема. Значит, здесь CC-крема сочетают в себе свойства тональной основы увлажняющего крема, солнцезащитного средства с SPF 15. Это и у нас идет увлажнение. Что чаще всего я рекомендую использовать где? Где и когда? На островах, около морей и океанов. То есть, когда у нас высокая влажность. Продукт предлагает легкое покрытие, выравнивает тон кожи, защищает от ультрафиолетовых лучей. Он содержит витамины и экстракты растений, которые ухаживают за кожей, придавая ей свежий вид. Вот об этом тоже хочу сказать, что когда проходил мой масштабный тур по миру, и когда в России была эта продукция, мне все говорили: Лиза, мы так любим этот CC-крем, мы его просто обожаем, вот так нанес, он такой гладкий и все ровно, а вот тональный вот этот наносишь и также этот наносишь, вот от него все равно поры видны или морщины. Любой продукт имеет свой способ нанесения, просто это очень легкая текстура, она легко наносится, легко распределяется, и увлажнение оно всегда проще, чем питание. Но поверьте, нужно кожу и увлажнять, и питать, просто нужно знать, в какое время и когда это делать. В закрытом клубе Luxury Class Beauty я как раз таки этому обучаю. Значит,
Научные доказательства и мнение экспертов. Состав сиси-крема обогащен экстрактом женьшеня и витамином Е, которые работают как антиоксиданты, защищая кожу от окислительного стресса. Клинические исследования подтвердили, что крем улучшает барьерную функцию кожи и уменьшает видимость мелких морщин при регулярном использовании. Потому что увлажняет, поэтому он так делает. Но питательные основы, они более эффективны, нежели чем увлажняющие. Понимаете, да? Да, это хорошие, прикольные CC-крема, такое легкое увлажнение, но сейчас к осени, к зиме можем их отложить, и как бы даже под глазки их нельзя использовать, потому что там есть SPF, а он может вызвать реакцию на очень тонкой коже. А теперь переходим к кушанам. Правильно говорить кушан, но многие говорят кушоны, кому как нравится, но правильно говорить кушан. Значит, у нас есть кушан Мэри Кей, я их держу в коробках, потому что у меня нету времени отклеить эту штучку, приклеить ее сюда, а тут написано все по-китайски. Читаем. Сияющая тональная основа кушан Мэри Кей, и она есть слоновая кость 1, слоновая кость 2, есть матирующая и сияющая, только первый и второй. Второй реально темный, светлый, более такой прям вот, ну, конкретно беленький, да, то есть как раз таки два продукта, как я уже показывала во всех своих видео, много рассказывала, на зону осветления светлый, на зону затемнения темный. Это увлажняющие продукты, не питательные. Они по такой схеме, как я только что сказала про питание, не наносятся. То есть, если вы хотите придать бабушке лифтинга, там, перекрыть зону осветления, зону затемнения, у вас это не получится. Просто будет увлажненное лицо и все, лифтинга вы не увидите. За счет техник, там, если вы еще контуринги добавите, дрейпинги, хайлайтинги, да, окей, без проблем. Значит, кушоны – это компактные тональные средства, которые предлагают удобное нанесение, легкое покрытие. Они часто содержат успокаивающие, увлажняющие компоненты, такие как экстракт алоэ и пантенол. То есть, например, если вы обгорели на солнце, про что я уже рассказывала, вы берете кушон, просто вот так выдавливаете всю банку на лицо, и у вас все хорошо. Ну, сейчас это было утрировано, но вы поняли, что я пошутила. На самом деле это очень хорошо помогает, ну, потому что пантенол. Все знают, что такое пантенол, это вечно спасающее средство от обгорелой кожи. А кушоны или кушаны идеально подходят для легкой коррекции макияжа в течение дня. Это в бытовом способе. Они идеально подходят. Я все-таки обучаю на своих авторских курсах, чтобы ты утром сделал макияж в 6 утра, и до 6 утра следующего вечера у тебя вообще проблем с макияжем не было. Ты в зеркало не смотришься никуда. Вот ты просто ходишь красивая, собираешь комплименты и знаешь, что твоя кожа класса люкс в состоянии ухода. То есть я больше за практичность нанесения. Конечно, если вы делаете один слой кушана и ходите с ним, у вас лицо как блин. Это вообще некрасиво. Два оттеночка. Два кушана, два тональных, спасибо за ваши лайки, сердечки, два CC крема, вот это будет уже какое-то скульптурирование, но увлажнение лифтинга не дает, понятно, да? Так, с этим разобрались, дальше, консилеры, корректоры Мэри Кей, опять телеграм выбивает, вот, что он хочет, непонятно, этот телеграм, этот странный телеграм, что он хочет, я не знаю. Так, I'm here, я здесь, мои дорогие. Значит, теперь мы давайте обсудим консилеры и корректоры Мэри Кей. Вот про каждое средство, про способ нанесения, как разбираться, что делать, я рассказываю и обучаю этому профессионально в закрытом клубе. Мы разбираем составы, техники и так далее и тому подобное. Значит, наша с вами задача всем прийти в закрытый клуб Luxury Class Beauty, написать нам сейчас в WhatsApp +7 987 322 5855, хочу в закрытый клуб, и мы отправим вам подробную информацию. Есть два тарифа, есть тариф VIP, первый раз в этом году цена -50%, то есть это стоит около, по-моему, 110 евро или 11 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. И до 10 октября, то есть у вас есть 200 уроков записи, у вас есть -50% скидка на две мои книжки и обучение в сентябре. И возможность получить сертификат на русском или английском языке. Значит, это стоит около 17 евро. Или это стоит, по-моему, 1600 рублей или 1700 рублей, я сейчас не помню. Посмотрите, есть информация об этом везде.
просто и легко зарегистрироваться в наш закрытый клуб. Вот, поэтому присоединяйтесь в закрытый клуб. Всех жду, кто готов меняться и кто хочет увеличить свой уровень и быть профессионалом в первую очередь для себя, а потом вы легко сможете быть профессионалом для других. Ольга пишет, хочу, вау, сколько стоит VIP? Вот я только что сейчас сказала, да, если WhatsApp не открывает, в смысле не открывает наша ссылка, у нас один телефон, он один единственный, ссылка есть в Телеграме, можно зайти на нее нажать, ну или просто напишите нам в Телеграм, в личные сообщения, вот, мы поможем вам. Значит, дальше, консилеры и корректоры Мэри Кей. Разработаны для скрытия темных кругов, покраснений и других несовершенств кожи. Они предлагают плотное стойкое покрытие, легко растушевываются и не подчеркивают морщинки. В состав входят увлажняющие компоненты, которые защищают нежную кожу под глазами от пересушивания. Научные доказательства и мнения экспертов, консилеры содержат светоотражающие пигменты и пептиды, которые помогают уменьшить признаки усталости, визуально осветляют зону под глазами. Клинические исследования показали, что при регулярном использовании они могут улучшить текстуру кожи и уменьшить воспаление, потому что здесь есть уходовые ингредиенты. Понимаете, да? Еще какой момент. Смотрите, они есть темные, есть светлые. В каждой стране своя цветовая палитра. Если у вас темные круги под глазами, вы перекрываете сначала темным, а потом добавляете светлый. Если у вас ничего нету, можете добавить светлый. Но альтернативу этому продукту я уже говорила в Марике России, что есть и показывала. Также можно взять сияющий. Это более эффективно. Они плотные, увлажняющие. То есть они увлажняют, они не питают. Питание более роскошнее смотрится, нежели чем увлажнение. Так, ну, в принципе, это все, что я хотела сказать про все эти текстуры. Вы теперь знаете, как что делать, как наносить. Эти можно использовать в коррекции лица. Раньше я их использовала, когда они были в России. Мы делали нанесение. Это было одно из самых горячих пирожочков кожи класса люкс, которая продавалась просто у каждого консультанта. То есть мы наносили две тональные основы. У нас было два таких продукта. То есть это было уже 4. Потом мы делали две пудры. У нас было два оттенка румян, хайлайтер, контуринг. И все это фиксировалось прозрачной белой пудрой. Мы на лицо наносили 11 декоративных продуктов. И это настолько улучшало состояние кожи. Но сейчас, ну когда это было там в Марике, да, когда были эти продукты, уже там третий год их нету. Но, дорогие мои, что я хочу сказать. Очень много других альтернатив в новом своем проекте. Два новых проекта у меня выходят с новой продукцией, которая есть в Марике. Я буду показывать вам шикарнейшие способы нанесения с тем, что есть. И вы просто офигеете, когда увидите эти результаты. Мы очень хорошо подготовились. Вот Ольга пишет из Беларуси. Я помню это, очень приятно. Вау, а что на губах? Уже Ольга 30 раз написала. Значит, на губах у меня помада. Называется Downtown Brown. Это такой коричневый оттенок помады, который Downtown Brown, вот он, смотрите, который выглядит вот так. Сейчас для Марики Германия я проводила Zoom. Вот, у меня утром был Zoom. И у них как раз-таки она шла в бонусы. Меня директора попросили ее показать. Мы сейчас делали с ней. А потом, значит, что я перекрыла еще ягодным блеском. Все, два продукта. Нету карандашей. Карандаши я использую чаще всего в технике амбре, потому что сами по себе у меня губы увлажненные, и стойка здесь на губах есть. А, прикольное бордо и коричневый. Да, это такой цвет бургунди получился. Бургунди самый топовый оттенок осени 2024. И в закрытом клубе у нас будет много обучений по стилю, в сочетании цветовой стиль, какие сейчас оттенки популярны. Вот, пожалуйста, смотрите, один из топов, аксессуары. И плюс еще с этим будем совмещать макияжи. В закрытом клубе у нас тоже традиция на протяжении 2 лет. Каждый квартал мы с трендами работаем, с цветами, с нанесениями, с техниками. Вообще все есть в закрытом клубе. Вот просто если вы хотите отдыхать, наслаждаться, развивать себя как женщина, приходите в наш закрытый клуб. Все. Номер телефона WhatsApp знаете, да? +7 987 322 5855. Просто пишите «хочу в закрытый клуб». Если WhatsApp не открывает, тут предложили зайти через VPN. Но у меня вопрос.
Ну, вроде в России у всех WhatsApp работает. Почему через VPN зайти? Я что-то не знаю. Потому что вроде бы все нормально работает, все хорошо. Вот, WhatsApp у нас активный, и многие пишут туда. Конечно, у нас есть много ссылок, сразу переводящих там на сайт еще куда-то. Но с того момента, как многие стали разбегаться в разные социальные сети, а я есть везде, кроме Рутуба. Я вот еще думаю, делать его или нет. То есть YouTube, Telegram, ВКонтакте, Инстаграм. И нам проще, конечно, в WhatsApp получать ваши заявки, потому что, ну, как бы он есть у всех. Но если у вас какая-то проблема с WhatsApp, вы можете написать в Telegram нам на этот же номер телефона, или просто зайдите в мой Telegram-канал, там же есть, где личные сообщения, или просто даже напишите в обратную связь, где у нас общий чат есть, в любое прокомментировать, да, и мы вам тогда поможем. Напишите «хочу в закрытый клуб», мы отправим подробную информацию. Давайте я открою сейчас наш общий чат. Вот. Ну, опять нет звука, плохо слышно. Ну, и что я могу сделать? Телеграм дурацкий. Вот именно здесь, понимаете? А вот хорошо, что мои ребята сделали нормально, прикольно, круто. Я очень рада, что они сделали для закрытого клуба. То есть, ну, Телеграм, вот он такой. У них, видите, как выяснилось, нету службы поддержки, есть волонтеры, и поэтому там всякие истории происходят. Красотка. Лиза, как ты все успеваешь? Вот пока у меня Пелагея спит, я сейчас смотрю на камеру, и у меня камера зависла. И я поэтому сижу немножко вот так вот быстро вам все рассказываю. И я вот так вот успеваю, да, но очень много проектов, сегодня у меня был Zoom, все, лето закончилось, конечно, нужно обязательно давать себе отдых эмоциональный и физический, ну и вот у меня физически как-то я не устаю, а вот эмоционально, слава богу, в этом году у меня был такой момент, и я поняла, что я не все успеваю, потому что маленький ребенок, это все непредсказуемо, и у меня нету нянь, как там ходят про меня слухи, мне очень там многие рассказывают потом, когда со мной знакомятся, что я там в царстве государстве живу, и няни у меня там, и помощники. Да, у меня те, кто знают мою семью, вот, много есть всяких моментов, но я делаю все сама. То есть я сама так выбрала, я сама так делаю. У меня нет там 35 помощников, я делаю все сама. И домашнюю работу я тоже делаю сама. Когда мне это необходимо, я подключаю там клининги, какие-то еще службы и так далее. Но это бывает очень редко, потому что у нас большие семьи, у меня и у мужа. Вот, это как бы я делаю, когда толпы приезжают со всего мира. А так мне это все в удовольствие, и всем дается по силам. Вот, так что поэтому все успеваю. Я всегда недавно писала сторис об этом, меня часто про это спрашивают. Я делаю все в удовольствие. И когда вы на своем месте, то есть вы понимаете, что вы мама, что вы там жена, что вы там бизнес-вумен, у вас есть какая-то своя такая реализация, да, вы себя чувствуете на своем месте, вы понимаете, кто вы, вам тогда проще и легко жить, ну, по крайней мере, мне так, и на всех своих авторских курсах я это вижу по женщинам, когда они меняются в процессе, потому что, знаете, когда ко мне приходят там, ну, вот летом я очень много VIP вела, буду продолжать это делать, и приходят женщины, она даже боится признаться в том, с какой целью она пришла, то есть настолько закрыта внутри. И что я слышу часто, говорят там, я очень устаю, у меня нету времени, но ты же пришла на это обучение, да, то есть, ну, как бы оно, во-первых, обучение достаточно дорогое, оно стоит 1000 евро, 100 тысяч рублей, и много записываются, я не ожидала, что будет так много, честно вам скажу, и когда приходят, то есть, ну, я хочу все успеть, я хочу это сделать, но много всего мешает, то есть люди в основном находятся не на своих местах, то есть она из-за своей гордыни, из-за своих каких-то убеждений не может пойти туда, где она, по идее, должна как бы находиться со своими мыслями, понимаете? Вот. И очень много вот людей, которые просто живут не своей жизнью. И они приходят на обучение, вот потом, когда начинаешь общаться, наверное, я скоро пойду на психолога учиться, потому что я столько всего узнаю, и, конечно, мне моя многолетняя практика очень помогает именно работать с женщинами, я уже это делаю 18 лет, но когда вот именно индивидуально начала, много всяких тонкостей я замечаю, вот. Значит, Лиза, какая ты молодец, всегда восхищаюсь тобой. Татьяна, спасибо большое, мне очень приятно. Татьяна участница закрытого клуба уже 4-й год. Так, значит,
Хочу прочитать. Лиза, скажите, пожалуйста, про крем-пудру, как ее можно использовать? Да, Алла, спасибо, что вы напомнили. Я, кстати, про них не сказала. По-моему, их снимают с производства, слава богу, да? Ну, что с этими крем-пудрами? Крем-пудры уже просто замучили всех. Вот мне постоянно пишут про них, как ими пользоваться, что с ними делать. В моей книге «Кожа класса люкс», которая выпущена была, и у меня тут нет ее, да? Выпущена была в 2016 году, есть техника нанесения крем-пудрами. Вот больше всего отзывов по своей книжке я получаю от женщин 45+, которые в восторге от нанесения вот этой техники крем-пудрами. Это единственная, наверное, моя техника, которая хорошо работает на этих крем-пудрах. Ей нужно пользоваться при высокой влажности, когда кожа жирная и когда кожа сильно напитанная и старая. Она дает лифтинг, но ее нужно уметь наносить. Она вообще сухая, эта крем-пудра. И просто молодые девчонки, которые думают, что это классно, я там ее сейчас нанесу, неровная кожа, начинают там ее мазать сумасшедшими слоями, потом она как-то там совмещается с прозрачной пудрой не очень, и моряки им не нравятся, поэтому они потом ей не пользуются. Короче, один такой оптимальный вариант. Берете косметический спонж, смочили его тоником Люмиви, чтобы он был мокрый, ну не капала с него вода, чтобы он мокрый был, не, вот, не прям не капала жидкость. Набираете боковую часть, начинаете аппликативно перекрывать, тогда более-менее будет красиво. Очень много могу про нее рассказывать, но вот купите мою книжку «Кожа класса люкс», там есть эта техника, и я как раз таки показываю. И там, ну прям, самое популярное такое. В Estée Lauder Stambul тоже есть подобные крем-пудры, вообще просто во всем Estée Lauder. И они хорошо работают, сколько обучаю консультантов этой компании, это прям вот хит продаж среди возрастных женщин. Так, спасибо большое, восхищаюсь, вдохновляюсь. Ольга, спасибо, мне очень приятно. Приходите в закрытый клуб. В закрытом клубе мы очень часто вместе встречаемся, общаемся. Вот, каждый месяц прямые эфиры, и также в записи можно смотреть. И там подряд идут именно обучения. Спасибо большое за теплые слова. Я сейчас после больницы уволилась из найма, лежала с сотрясением весь июль, нейрохирургия. И сейчас восстанавливаюсь, а муж выталкивает на работу, а я по дому не все могу пока. Ольга, желаю вам скорейшего выздоровления, чтобы у вас все было хорошо, дай бог вам здоровья, чтобы все у вас получилось. И делайте все для себя в удовольствие. Ну, конечно, для своей семьи, но когда мы наполнены, да, тогда и наши семьи тоже находятся в изобилии. Так, я научилась наносить крем-пудру, ее надо согреть, нанести на лицо. Так согреть, и она как крем ложится, очень круто, как лифтинг. Ну, можно, да, так сделать. Ну, просто понимаете, как бы клиентам хочется... Клиент – это меркантильный человек. Ему хочется просто нанести и результат, до свидос. То есть, когда ты говоришь, вот крем-пудра, давай разогревать ее в ручках, потом вот так сюда, она скажет, что, пока. А когда ты ей говоришь, тональный, придает лифтинг, 5 секундочек, капельку, чик-чик-чик, растушевала по авторским техникам с этой Щербаковой, все, у тебя зашибись, о, давай, я куплю. То есть, конечно, хочется проще, понимаете. Я недавно нанесла первый макияж, и я офигела, как соскучилась, открыла творческий портал. Ну вот, здорово, вот, отлично. Желаю, чтобы у вас каждый день были творческие порталы, это хорошо. Ну что, жду всех в закрытом клубе. У нас с вами еще будут прямые эфиры, по-моему, в этом месяце, а может быть и не будет. Скорее всего, нет или да, не знаю. Расписание есть в моем телеграм-канале, в закрепленных, смотрите. Всех приглашаю в закрытый клуб, где вы сможете создавать кожу класса люкс, изменять свои образы, быть другими, разными. У нас сейчас такой ливень пошел. И, конечно же, улучшать свои продажи. И первый раз в этом году минус 50% на VIP-членство. То есть это один из самых лучших, гениальнейших тарифов, который просто окупает все ваши обучения. А тем более скоро будут новые проекты, которые участник закрытого клуба с тарифом VIP или в подарок получают, или по спеццене. Она там вообще очень смешная. Всех обнимаю, дарю лучики солнца. Иду на VIP, Ольга написала. Ольга, ну все, пишите нам, пожалуйста, WhatsApp. Если WhatsApp не открывается, напишите просто где-нибудь в Телеграме, даже в общем чате. Мой ассистент напишет и поможет вам. Всем отличного настроения.
всем хорошего дня. К те, кто на семинаре, потом будут записи смотреть, напишите, как прошел ваш семинар, очень интересно почитать. Присылайте видео, кто с семинара уже получила кучу всего-всего-всего. Буду обязательно смотреть и здесь делиться с вами. Так, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Если что-то узнали для себя сегодня полезное, поставьте, пожалуйста, плюсики. А те, кто здесь в Телеграм, или напишите, или просто руки вверх. Я думаю, что много всего полезного и интересного вы для себя сегодня узнали. Так, вижу руки вверх, спасибо большое, Телеграм. Не вижу пока что плюсиков в Инстаграме, только слова, вот, спасибо, спасибо, плюсики, огонечки, спасибо большое, спасибо, спасибо. Лиза, спасибо огромное, как всегда, полезный эфир. Татьяна Широковская, город Магадан, обучается сейчас на индивидуальном VIP. Татьяна, ты знаешь, что я хочу тебе сказать, но я тебе это не скажу, поэтому жду, моя дорогая, ты поняла, где и что. VIP это лучше плюс. Ну вот, пожалуйста, Ольга, приходите на VIP обучение. Регистрация открыта и спеццены до 16 числа. А с 23, по-моему, у нас начинается обучение в закрытом клубе. Расписание все есть в моем телеграм-канале. Всех обнимаю. Ирина Финк написала, тоже участница закрытого клуба Германия. Всем пока!